все нужно брать самому. Смотри на гладь, посмотри. Мама моё, появится сейчас здесь. Меня зовут Капа. Полный контроль. Наши люди, жесткий контроль. Это все свои люди. Попробуй, давай, останови меня. Москва, она баман. Жизнь — это игра. Полный контроль. Наши люди, жесткий контроль. Это все свои руки. Попробуй, давай, останови меня. Москва, она баман. Рэп — это игра. Салам, странам, гулярам, нам, районам и дворам. От того, чем я и сам. Салют, Москва, усите, и всем моим сам. Столичный рэп снова проникает в твой дом. Не слышал мопус, по частюшу мы идем. Этот год наш год, новый раунд ком. Как снежный ком растет кипком, кипком. Спасибо. Уважаемая публика, в синий угол приглашается Денис Ларченко. Красным углом, спортсмен которого 21 год, его рост 175 сантиметров, вес 70 килограммов. Профессиональный рекорд бойца. 20 боев, 16 побед, 9 побед, одержанных нокаутом, 3 поражения, 1 ничья. Из Украины, дамы и господа, Рю-Рю-Кром Мурила! В синем углу боец, которому 23 года, его рост 179 сантиметров, вес 70 килограммов. Его профессиональные копилки – один бой и одно поражение. Из Беларуси – Денис Ларченко! Бойцы на середину. Бойцы, пожалуйста, руки. Мы проводим по правилам WFI. Бойцы, скажу, коленками тоже работаем. Включая один удар. Команду WFI слушаем. Покажите красивый бой. Желаю вам удачи. Все по вам. Давай!
Пошел! Пошел! Двигайся!
Мальчик, давай! Третий раунд. Thank you.
Сопредседатель мировой версии W5, мастер спорта по кикбоксингу Сергей Чепиного. Генеральный директор промоутерской компании «Плечо к плечу» Дмитрий Иванов. Двукратный чемпион мира Тенгиза Джигаримов. Генеральный директор компании «Ромашка» Дмитрий Гаврилов. Четвертый отборочный поединок. Весовая категория до 70 килограммов. Победу! Одержал Райл Майла, Украина. Thank you.
Рома, поздравляю тебя. Спасибо большое. Третий бой на ринге WF5 Fighter, три победы. Третий бой подряд ты выходишь на ринге, третий бой побеждаешь. Ну как бы, да, это все тут. Это все будет только нашей команде. Командовская компания. Большое спасибо за то, что они приглашают. И я стараюсь как бы показывать все, что я умею. Рома, спасибо тебе за твои бои, за красивые бои. Еще раз поздравляю. Спасибо большое. Хотел пожелать зрителя. Насчет Никомба. Коммерческий банк. За то, что они предоставили мне этот подарок. Это очень стимулирует и помогает. И большое спасибо. Спасибо. Дмитрию. И всем. Да, и всем. Большое спасибо.